Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси. У нас нет разногласий и запретных тем для обсуждения. И не будет. По крайней мере, в наши времена с президентом Таджикистана. В том числе благодаря традиционно высокой степени доверия в диалоге на всех уровнях. Сегодняшняя встреча отмечена подписанием договора о стратегическом партнерстве между нашими странами. Это исторический момент, это выход в космос, если хотите, в отношениях между двумя государствами. В нем мы закрепили качественно новый статус двухсторонних отношений и подтвердили намерение активно развивать их во всех областях, представляющих взаимный интерес. Это закономерный результат большого пути, которые прошли Беларусь и Таджикистан в выстраивании межгосударственных связей. Мы, как всегда, открыто и конструктивно обсудили весь спектр интересующих нас вопросов. В числе приоритетных задач было и есть развитие эффективного торгово-экономического взаимодействия. Нынешний товарооборот около 40 миллионов долларов по итогам прошлого года не соответствует катастрофически не соответствует потенциалу и уровню нашего сотрудничества. Для его увеличения есть все необходимые предпосылки. Убежден, совместными усилиями мы сможем и должны увеличить двустороннюю торговлю. Это отвечает интересам и Беларуси, и Таджикистана. Важной темой обсуждения была промышленная кооперация, в том числе перспективы реализации конкретных проектов. В Таджикистане уже второй год успешно функционирует совместное производство белорусской сельхозтехники, расширяется перечень выпускаемой продукции. Проект стал отправной точкой для наращивания долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в других сферах. В начале этого года в Душанбе создано первое совместное предприятие по переработке молока. Продукцию будут производить с использованием белорусского сырья и технологий. Есть планы развивать это направление, а также иные проекты в области агрокомплекса. Прямая кооперация, совместное производство качественных, конкурентных товаров должны стать движущей силой дальнейшего развития экономического сотрудничества наших стран. С каждым годом расширяются гуманитарные контакты. В Беларуси сейчас обучается более 500 граждан Таджикистана. Имеется солидная договорно-правовая база прямого межвузовского взаимодействия. Созданы совместные факультеты в 5 ведущих белорусских вузах. В прошлом году с успехом прошли Дни культуры и кино в Беларуси и в Таджикистане. В этом году мы ждем в гости таджикских мастеров искусств. Символом дружественных связей между нашими народами станет заложенный весной этого года в Брестской области сад белорусско-таджикской дружбы. Еще один такой проект будет реализован в Гомельской области. Сегодня подписан ряд документов, которые укрепят наше взаимодействие в области межведомственного регионального делового сотрудничества, а также в сферах информации, сельского хозяйства, образования, культуры и спорта. А я абсолютно убежден, результаты состоявшихся переговоров откроют новые горизонты для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества наших стран. Мы с президентом в этом абсолютно убеждены.